делается Дед Мороз. Это Дед Мороз, который сделала наша московская артель Парижской коммуны. Очень популярная. У меня самое с детства такое. Это московская была артель. И это, пожалуй, в самой Москве был самый популярный Дед Мороз. Вот такой. Вот с чего он начинался. Он чисто вручную сделался. Вот сначала я несколько этапов показываю. Вот сколачивались такие деревяшечки, крутились и валенки. Все делалось вручную. На этой выставке, конечно, можно узнать, как и из каких материалов делали Дедов Морозов, которых ставили под елки. Но каким образом в этот и другие атрибуты Нового года проник праздничный дух, который словно машина времени способен вернуть нас в детство? Ответ на этот вопрос каждый посетитель экспозиции должен найти сам. Тем более, что главный тест выставка прошла еще на этапе подготовки. Дети, которые приходили на экскурсионные программы в Большой дом, они тихонечко проникали и, естественно, краем глаза видели, как происходит оформление, и радостно проникали на вот эти пока еще официально не открытые экспозиции. И должен сказать с большим комплиментом, конечно, и куратору выставки, и музейным работникам всем, что дети оценили выставку чрезвычайно высоко. Реализация выставочного проекта «Здравствуй, Дедушка Мороз» в музее-заповеднике Горки Ленинский стала возможна благодаря собранию известного коллекционера Ларисы Петриковой. Она и провела для тех, кто пришел на открытие, первую экскурсию. Безусловно, главные экспонаты выставки – Дед Мороз и Снегурочка. Здесь их более 50 из разных городов и республик бывшего СССР. И вот это ярославская парочка. Вот эта вот парочка. Это город Вырица Ленинградской области. Это московский Дед Мороз. Грузинский Дед Мороз. Маленький Дед Мороз. Он вот такой вот шапочки. Есть вот, национальная. Не знаю, как она называется. Такая вот площадка с шапочкой. Всего на выставке представлено более 200 экспонатов. Помимо упомянутых сказочных персонажей, здесь можно увидеть открытки, елочные украшения из стекла, картона и ваты, маски, серпантин, хлопушки, плакаты советского периода. Коллекционер развенчал и миф о том, что после революции власти искореняли традицию ставить новогодние елки. Нет ни одного официального постановления, в котором где-то вот было написано, что запретить. Нет. Они прекрасно после революции елочные игрушки изготавливались. Этому есть масса документов, где открывались новые артели. Наверняка вызовут интерес у зрителей елочные украшения с советской символикой. Есть даже с изображением Ленина и Сталина. Особое место в коллекции занимает тематика космоса. Лариса Васильевна Петрикова долгое время работала в ракетно-космической отрасли и даже имеет несколько патентов на изобретение. Все, что появлялось новое в развитии космоса, тут же находило отражение в елочной игрушке. Абсолютно все. Вот как полетел первый искусственный спутник, вот так он и появился. Он появился и в картонаже, и в стекле. Полетели белка со стрелкой. Вон, пожалуйста, белка со стрелкой. Кто-то сможет поностальгировать у витрины с пригласительными билетами и подарочными коробками разных лет с новогодних представлений в Кремле. В целом же, несмотря на определенную научно-историческую направленность экспозиции, и сотрудники музея-заповедника отмечают, что самое главное в ней совсем не это. Даже если вам 50+, вы все равно немного возвращаетесь в это детство, ищете своего зайчика, маску Деда Мороза. И даже я знаю, что многие все равно взрослые, не веря уже в Деда Мороза, тем не менее, о чем-то его просят. Поэтому, конечно, да, научное есть. Но прежде всего, давайте немножко расслабимся. Давайте вот вспомним детство. Вспомнить детство смогут посетители музея-заповедника Горки Ленинский до 31 января 2024 года. Выставка открыта в южном флигеле усадьбы Горки. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.